Здравствуйте, вы смотрите программу «События». Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события дня. В Самаре сгорел памятник архитектуры. Третий пожар за последний год уничтожил здание бывшего реального училища. Меньше слов, больше дела. Губернатор недоволен работой чиновников. Единая медкоманда FIFA 2018. Самарские врачи осваивают новые профессии. В Самаре сгорело заброшенное здание бывшего реального училища. Пожар начался в 3:00 дня. Его площадь, по данным МЧС, 120 квадратных метров. Самарское реальное училище было открыто в 1880 году. Именно в нем провозгласили о создании Самарской губернии. На месте пожара работают 55 человек и 12 единиц техники. С места события репортаж Лариса Шалафаст. Пожар в здании начался в районе 3:00 дня. По словам пожарных, в здании много блуждающего огня, который перебрасывается из помещения в помещение, что очень сильно усложняет работу. Клубами густого дыма в считанные минуты затянуло близлежащие кварталы. Местным жителям пришлось выйти из домов. По словам очевидцев, крыша здания вспыхнула как факел. Я спал, и вдруг дым повалил такой черный, едкий. Это не то, что деревяшки горят, а мне кажется, какие-то химреактивы, что-то горит такое. Это медицинское. Проснулся, вот и пришел, посмотрел. Жалко здание, вот, хорошее здание. Это уже не первый пожар в здании бывшего реального училища. Только в октябре 2016 года дом горел дважды. Прошлой осенью инициативные самарцы разместили на фасаде и окнах аншлаги с информацией о выдающихся людях, которые учились в этом учебном заведении. Например, советский писатель Алексей Толстой и единственный в России лауреат Нобелевской премии по химии Николай Семенов. Также именно здесь было объявлено о создании Самарской губернии. Чтобы потушить памятник архитектуры, пожарные задействовали 12 спецмашин и больше 50 человек. Но огонь буквально гулял по крыше, и очаги возгорания появлялись снова и снова. Здание третьей степени огнестойкости очень, как бы, ну, есть сложности в тушении. Но личным составом применяют все меры по тушению данного пожара. То есть у нас достаточно силы средств для данного тушения. Здесь пожарные подразделения будут дежурить до того момента, пока полностью не убедимся, что пожар потушен и нет ни одной искорки. Чтобы полностью потушить пламя, пожарным потребовалось больше 3 часов. Причины возгорания устанавливаются. Ущерб, который нанес очередной пожар памятнику архитектуры, позже установят эксперты. Лариса Шалафаст, Дмитрий Мешканцов, «События». Эта пятница богата на криминальную хронику. В 14 миллионов рублей оценили похитители жизнь самарского предпринимателя. Мужчину освободили в ходе совместной спецоперации сотрудники ФСБ, Росгвардии и уголовного розыска. По версии следствия, бандиты схватили бизнесмена у входа в кафе на улице Партизанская. Заложника отвезли в нежилой дом в Красноярском районе области. Там преступники удерживали его несколько дней. За освобождение требовали деньги у родственников. В полицию обратился брат потерпевшего. Дом, где держали мужчину, оперативники взяли под наблюдение. Вскоре выяснилось, похитителей двое. Один из них уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска совместно с сотрудниками УФСБ при содействии бойцов СОБР были задержаны двое жителей города Самары, причастные к совершению данного преступления. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 126 Уголовного кодекса Российской Федерации. Жизни и здоровью потерпевшему ничего не угрожает. Меньше слов, а больше дела. Губернатор Самарской области потребовал это от своих подчиненных. На очередном совещании обсуждались вопросы ЖКХ и благоустройства. Разговор получился жестким. За что Николай Меркушкин раскритиковал чиновников, знает Марина Матвейшина. Если из мусора, который россияне выбрасывают за год, построить башню шириной метр на метр, то по ней можно добраться до Луны, посчитали экологи. Проблема утилизации отходов остро стоит по всей стране, в том числе и в Самарской области. В прошлом году прокуратура зафиксировала почти 1400 нарушений в этой сфере. Главный бич – несанкционированные свалки. Этот вопрос горячо обсуждается на заседании по обеспечению правопорядка на территории региона. Вот конкретный вопрос. Когда у нас будет настоящая цивилизованная система сбора, сортировки и утилизации? Все в комплексе. На сегодняшний момент готов доложить, что с 1 января 2018 года субъект переходит вообще на новую систему работы по
сбору, транспортировке и утилизации. На основании чего переходит? В рамках создания трех... Бумаги очередной? Никак нет. А на основании чего? На основании федерального исполнения федерального законодательства. Слушайте, для того, чтобы закон выполнить, надо иметь условия. У нас они есть, Николай Иванович. ЖОКОС, где они? Где у нас заводы сортировальные? Где у нас по утилизации заводы? Замминистра энергетики и ЖКХ области Сергей Ульянкин докладывает, в регионе есть три рекоператора, готовых выполнять работу с отходами. Но кто именно, ответить так и не смог. Николай Меркушкин ставит задачу в течение 3-4 недель представить конкретный план действий. Иначе будут сделаны соответствующие выводы, резюмирует губернатор. Не менее жестко Николай Меркушкин критикует работу региональной госжилинспекции. Ведомство, по его мнению, недостаточно хорошо контролирует сферу ЖКХ. За год с жалобами в ГЖИ обратились 36 тысяч жителей. Почему так много недовольных, замруководителя инспекции Светлана Ерофеева так и не ответила. Как и на вопрос о том, сколько управляющих организаций заключили соглашение об информировании Министерства социально-демографической и семейной политики о плательщиках и неплательщиках. От этого зависит, получат ли льготники компенсацию за оплату коммуналки. Назовите тогда вы конкретно, кто не заключил соглашение. Ну это по Самаре. Назовите, неважно, Самара, Тольятти или там Клявлина, кто, какие управляющие компании ТСЖ. ЖСК ТСЖ не заключили. Это неважно, управляющие ТСЖ, это означает, не все люди могут получить компенсацию. Маленькие. До сих пор. Вот здесь люди в погонах, прокуратура. Вы знаете, что даже каждый человек, если мы ущемляем его права, нарушаем его права, вы должны головой, так уж обобщенно я говорю, ответить. Вы должны, можете назвать название ТСЖ. Сколько за этими ТСЖ людей, которые не могут получить компенсацию? С инициативой навести порядок в сфере ЖКХ выступает мэр Самары Олег Фурсов. Губернатор ставит перед городом еще одну задачу. Единые расчетные центры должны снизить комиссионные сборы с 3,5% до 1%. Необходимо упорядочить работу ЕРЦ, перевести на систему платежей. Только так удастся пресечь мошеннические схемы вывода денег, подчеркивает губернатор. Марина Матвеевна, Максим Гусев, события. Путепровод, который сейчас строят на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе, защищен от сточных вод. Для этого здесь сооружают ливневую канализацию со специальными насосами. Они находятся на глубине 9 метров. О новой уникальной системе для самарских дорог расскажет Андрей Горгуленко. Когда откроют движение на путепроводе Кирова-Московска, асфальт будет вот на таком уровне. Соответственно, вся вода с дороги будет стекать вот в этот желоб. А затем по чугунным трубам, спрятанным в бетоне, будет попадать в середину тоннеля, где специальные насосы будут выкачивать воду в систему действующей ливневой канализации. Подобная насосная станция, спрятанная на глубине 9 метров, первая на самарских дорогах. Новая система предусматривает, что вода из ливневок больше не будет напрямую попадать на естественный рельеф, а затем уходить в Волгу. Теперь паводковые источные воды будут аккумулироваться в резервуарах и проходить очистку. Подрядчики обещают, луж в тоннеле не будет. Все, что придет сюда, все она придет с большим запасом. Ставится 3 насоса, 2 основных рабочих, 1 резервный на случай отключения. Строится для отвода воды, которая будет попадать в тоннель, так как это, грубо говоря, большая выемка, большая яма. Помимо насосной станции, на развязке заканчивают строительство южной части тоннеля. Здесь заливают бетоном основание рампы, затем тоннель покрасят, обустроят и уже летом начнут укладывать асфальт. У нас очень большая работа еще по устройству памятника. Также нужно, чтобы запустить движение, выполнить демонтаж балок, которые держат откосы. Сейчас развязка готова более чем на 2/3. Планируется, что уже в сентябре здесь проедут первые машины. Андрей Горгуленко, Станислав Левин. События. До конца марта самарцы могут высказаться о том, как правильно приводить в порядок город. Мэрия внесла на суд широкой общественности проект новых правил благоустройства. Эти изменения позволят усовершенствовать принципы работы служб благоустройства и помогут сформировать благоприятную городскую среду. Подробности у Олега Зверева. Красивее, чище, удобнее. В Самаре готовят изменения в правила благоустройства. Проект документа сейчас находится на сайте администрации. Каждый самарец может внести свое предложение. Широко обсуждаются изменения в общественных советах районов. Специалисты зафиксировали 26 обращений с мнениями горожан. Ужесточить правила выгула собак, домашних животных. К сожалению, у нас эта тема самая такая обсуждаемая на территории, потому что очень много собак...
без присмотра? Да? Да, без присмотра. Собаки очень опасные, агрессивные, и страдают и население, и мелкие домашние животные. И также это разбрасывается мусор с контейнерных площадок. В числе предложений вопросы организации парковок во дворах, демонтаж старых гаражей, вывоз брошенных автомобилей, а также ряд вопросов по содержанию внутриквартальных территорий. Глава Самары Олег Фурсов подчеркивает важность участия общественности в принятии изменений. Любое изменение правил благоустройства направлено на то, чтобы снять те проблемы, которые мешают эстетическому восприятию города, мешают нам жить с вами. Очень надеюсь, что жители Самары примут активное участие, и мы совместными усилиями продолжим наведение порядка в Самаре. Предложения и мнения о новых правилах благоустройства принимаются на сайте администрации до конца марта. Олег Зверев, Марина Матвишина, Артем Сулайманов. События. Долг по зарплате в Самарской области составляет больше 40 миллионов рублей. С начала года в прокуратуру поступило 39 обращений. По каждому проводится проверка. Что делать, если вам не дают потом заработанные рубли, узнала Лариса Шалафаст. Жалоб на работодателей в области становится все больше, говорят в прокуратуре региона. С начала года уже поступило почти 40 обращений. Возбуждено одно уголовное дело против работодателя, задолжавшего сотрудникам 800 тысяч рублей. Если работникам хотя бы один месяц вовремя не отдали все заработанное честным трудом, это уже повод для жалоб. Для уголовного дела необходима невыплата заработной платы 2 месяца, частичная 3 месяца. А для обращения в трудовую инспекцию достаточно подождать срока выплаты заработной платы, не получив, можно обращаться в трудовую инспекцию. По результатам прокурорских проверок, только в 2016 году погашена задолженность по зарплате, превышающая 400 миллионов рублей. За 2 месяца этого года 28 миллионов. Сейчас в производстве остаются 8 уголовных дел. Сложность в расследовании представляют дела с большим числом участников. Все они заведены в Тольятти. Самый острый момент, наверное, это связано с предприятием «АвтоВАЗ-агрегат», где наибольшее количество у нас заявителей. В настоящее время уголовное дело окончено расследованием. И на следующей неделе оно поступит в прокуратуру области в порядке статьи 221 УПК Российской Федерации для изучения прокурором. Чтобы оперативнее реагировать на обращения жителей, в прокуратуре области создана специальная межведомственная рабочая группа, которая помогает оперативно обмениваться информацией о предприятиях, которые нарушают трудовое законодательство, и отслеживать, как работодатели устраняют предписания. Лариса Шалафаст, Григорий Плешаков. События. Артисты, художники, музыканты, а также декораторы и искусствоведы отмечают профессиональный праздник. День работника культуры приходится на 25 марта. Сегодня в Самаре прошло торжественное собрание, на котором вручали награды. Лауреатов поздравил и Олег Зверев. Более 30 лет на сцене, 80 ролей, 7 тысяч спектаклей. Заслуженный артист России Владимир Гальченко теперь еще и народный артист Самарской области. Почетные звания присвоены постановлением губернатора. Именно народная любовь дает уверенность актеру и вдохновляет на главные роли. Есть бы знаковые роли, какие-то вехи. Вы вспомнили мою первую центральную роль. Это Гарольд, спектакль «Гарольд и Мот» с Верой Ершовой. Это, конечно, большой подарок. Это вот тот случай, когда сразу меня узнал город, потому что рядом со мной была народная артистка Советского Союза Вера Ершова. Сейчас моя самая любимая – это «Князь Серпуховской» в «Истории лошади», потому что хочу соответствовать званию номинанта «Золотой маски». Этот профессиональный праздник объединяет всех, от рабочего монтировочного цеха за сценой до артистов, музыкантов, художников первой величины. День работника культуры отмечается ежегодно 25 марта. Награды вручил в канун торжества вице-губернатор Дмитрий Овчинников. На сцене он зачитал поздравления главы региона. Культурная жизнь нашего региона всегда отличалась большим разнообразием и насыщенностью. У нас проводится известный во всей стране и далеко за ее пределами Грушинский фестиваль, фестиваль народного творчества, рожденный в сердце России, и многие другие масштабные мероприятия. От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и новых значимых достижений на ниве культуры. Губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин. И в этот день в честь своего праздника труппа Самарского театра представила концертную программу «Гранд-оперетта», премьера которой состоялась в Самаре совсем недавно. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов. События. В кинотеатре «Художественный» проходят дни шведского кино. Показы начались с фильма журналиста Хюника Палласа. Документальная лента о легендарном шведском режиссере Ингмаре Бергмане и его колоссальном наследии. Интервью со знаменитостями, живописные пейзажи Швеции и уникальные кадры со съемочных площадок прошлого века. На самарской премьере побывала Алина Чемерис. Я
тебе будут две отвеленькие булки, деньги пристали. Ну, скажи, что я туда. Вряд ли. «Улыбки летней ночи» – фильм, благодаря которому шведского режиссера Ингмара Бергмана узнали далеко за пределами страны. Лирическая комедия, снятая в середине 50-х, получила специальный приз Каннского фестиваля и стала классикой шведского кино. На счету Ингмара Бергмана более 60 кинокартин, свыше полутора сотен спектаклей. Без его наследия невозможно представить шведский кинематограф. Он – огромная фигура в шведской культуре. Когда он начинал снимать фильмы, то сразу создавал хорошее кино. Фильмы, которые были попыткой уловить понимание шведов о честности, смерти, о противостоянии темного со светлым. Фильм об Ингмаре Бергмане журналист Хюнек Палас начал снимать в 2010 году. Сначала это были 6 серий документальных программ для шведского телевидения. Потом свои труды автор объединил в полнометражное кино. Основные сцены сняты в доме легендарного режиссера на острове Фарё. Он жил там с 60-х годов, умер в 2007-м. Съемки в буквальном смысле вторжение к Бергману. При жизни режиссер никого в свой дом не впускал. В одной из комнат огромный стеллаж с кассетами. Бергман, живя на острове, смотрел по 3 фильма в день. Ларс фон Триер, Мартин Скорсезе, Вуди Аллен вместе с авторами картины о Бергмане гостями в его доме стали режиссеры с мировым именем. В фильме уникальные кадры со съемочных площадок и любимые пейзажи Бергмана на острове Фарё. Очень трудно, когда такие фигуры, как Ингмар Бергман, уходят от нас. И как нам создать такой мемориал ему, чтобы позаботиться о его наследии, которое он оставил для нас, и одновременно не затмить молодых режиссеров? Я считаю, что этот фильм именно такой. Попытка возвысить Ингмара Бергмана, не ударяя по таланту молодых создателей кино. Фильм Хюнека Паласа уже увидели в Москве, Ростове-на-Дону, Красноярске и Ульяновске. В апреле его планируют показать в Калининграде. А для самарцев дни шведского кино не заканчиваются. Последние сеансы в кинотеатре «Художественный» пройдут завтра. Алина Чемерез, Дмитрий Мешканцов, «События». Лора-терапевты и кардиологи, а все вместе – единая медицинская команда FIFA 2018. В Самаре формируется целое сообщество врачей. Им предстоит работать на стадионе во время матча чемпионата мира по футболу. Для этого все участники должны, помимо основной специальности, приобрести еще и целый ряд навыков оказания экстренной медпомощи. Как врачи осваивают новые дисциплины, наблюдал Олег Зверев. Приемы сердечно-легочной реанимации отрабатываются на тренажере. К мировому футбольному первенству готовится медицинская сборная. На стадионе будут работать врачи разных специальностей. Все они должны обладать навыками оказания первой помощи, причем по европейским стандартам и рекомендациям FIFA. В 2018 году им предстоит оказаться в самом центре футбольных баталий. На столь массовых мероприятиях ситуация бывает непредсказуема. Острая коронарная смерть, она, в принципе, очень распространена в международных соревнованиях, на различных скоплениях, на стадионах, на концертах, на фан-фестах. Поэтому мы всегда должны быть готовы к острой остановке кровообращения и всегда в течение 10-30 секунд среагировать на это и начать сердечно-легочную реанимацию. Терапевты, эндокринологи, врачи общей практики и другие снова идут грызть гранит новой для них науки. Футбол – один из самых травмоопасных видов спорта. Врачи на стадионе все должны быть травматологами. В принципе, мы их обучаем принципам иммобилизации и верхних, и нижних конечностей, и повязки на голову, на шею, принципам транспортировки больных, как уложить на счет, как нести. Все должны говорить по-английски и все должны обладать навыками медицинского психолога. На специальных тренингах по психологии медики изучают науку, которая помогает предотвращать конфликты и не погружаться в отчаяние. Мало ли кому что взбредет в голову, когда проигрывает любимая команда. Если какому-то человеку, допустим, станет плохо, если он при этом будет находиться в состоянии тревожности, возможны панические атаки, возможно, острая реакция на свое состояние, и также родственники пострадавшего наверняка будут нуждаться как в помощи медиков, так и в помощи психологов. Медицинская команда FIFA формируется только из профессионалов высшего уровня. Каждый из них – ас своего дела, но стадион требует дополнительных знаний. Всего они проходят обучение по 11 специальностям, причем по стандартам Международной футбольной федерации. Сейчас команда состоит из 250 медицинских работников. Текучка небольшая, потому что основной костяк команды уже сформировался, и целый год он уже существует. И, соответственно, те, которые имеют медицинскую специальность, хотят попасть в нашу команду. И уже к началу следующего года медицинская сборная Самары должна быть в полной боеготовности. Олег Зверев, Максим Гусев, «События».
Тольяттинские гандболистки громят своих соперниц в регулярном чемпионате страны, а самарские баскетболисты готовятся к плей-офф Суперлиги. Подробности в новостях спорта от Андрея Горгуленко. Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко, вы смотрите самарские новости спорта. Баскетболисты Самары готовятся к плей-офф. Тольяттинские гандболистки разгромили соперниц из Уфы. Определились точные даты ближайших матчей крыльев советов. РФПЛ опубликовала расписание трех ближайших туров чемпионата России. Как и было заявлено ранее, в 21-м туре крылья советов сыграют в воскресенье 2 апреля с ЦСКА в гостях. Начало матча в 17:30. Матчем «Волжан» и «Пермского Амкара» откроется программа 22-го тура. Команды сыграют в Самаре 8 апреля в 15:00. А в 23-м туре крылья в гостях проведут игру с «Анжи». Этот матч состоится 15 апреля в 18:00. В своем 17-м матче женской гандбольной суперлиги «Лада» разгромила Уфа «Алису». Гости из Башкирии сопротивлялись только в начале матча, а после 12-й минуты посыпались. Тольяттинки в первой половине были в ударе, забросив все свои 23 броска. Обеспечив комфортное преимущество, «Лада» довела матч до победы 43-21. «Волжанки» занимают второе место в турнирной таблице, лидируют в чемпионате гандболистки из Ростова-на-Дону. В баскетбольной суперлиге определились пары плей-офф. «Самара», как и 2 года назад, в четвертьфинале сыграется с «Спартаком Приморья». Наша команда, занявшая в регулярке 3-е место, имеет в стартовом раунде плей-офф преимущество своей площадки. Первые матчи в серии до 3 побед пройдут в Самаре 26 и 27 марта в МТЛ-арене. 26 марта начало игры 18:00, 27 в 19:00. Вход для болельщиков свободный. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи! На день рождения мясной торт. Единственный лев Самарской области «Цезарь» отмечает 10 лет. Юбиляра поздравил наш корреспондент. Мужчина в самом расцвете сил. Спит 20 часов в сутки, ест 7 килограммов мяса в день, весит 2 центнера. Льву Цезарю исполнилось сегодня 10 лет. Это около 35 по человеческим меркам. Сотрудники зоопарка говорят, Цезарю очень нужна невеста. Но чтобы две большие кошки не ссорились, им нужна жилплощадь вдвое больше, чем та, в которой живет лев. Все зависит от земли, которая у нас. Если нам выделят финансированные земли, то, конечно, перспективы у него будут радужные, у него будут девочки, его любимые подруги. Вот, и, надеемся, будет потомство. Но это все пока в будущем. Торт в виде говяжьего стейка с 10 свечами осторожно накрыт мощной лапой. К трапезе он приступит только после того, как все гости разойдутся. Такой уж у него характер. Африканский лев – животное очень редкое. Он занесен в Красную книгу. Цезарь один не только на всю Самару, но и на всю Самарскую область. Каждый год поздравить его с днем рождения приезжают люди со всех уголков нашего края. В этом году с днем рождения и с 10-летним юбилеем приехали его поздравить и мы. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События. Внимание телезрителей, с 23 марта наш телеканал вещает в сети Дом.ру в цифре на 22 кнопке, а в аналоге на 24. А наш выпуск на этом завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на YouTube. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий.